Мои дорогие девочки и все женщины этой страны, запомните, никогда не повышайте голос на мужчину. Мужчину обижать нельзя. Запомните это. Никогда не повышайте голос на мужчину. Если он вас где-то обидел, может быть, даже ударил, это ничего страшного. Вы там поговорите, вы разберетесь. Ну, мирно, конечно, без всяких ссор, скандалов. Вот из-за этого, из-за того, что, девочки, вы обижаете наших мальчиков, из-за этого разрушаются браки. А это очень плохо. Наоборот, надо, чтобы больше браков было. А вы не понимаете ничего, и из-за этого разрушается семья. А мы должны, наоборот, стремиться, чтобы у нас... лучше было. Поэтому, девочки, не поднимайте руку никогда на мужчин. Мужчине, ладно, можно на вас покричать, там, может быть, где-то нечаянно вас ударить. Если нечаянно, можно, ничего страшного не будет. Главное, запомните, никогда нельзя повышать голос на своего мужика. Никогда нельзя повышать голос на своего мужика.